Телекомпания «ВИТ» представляет. Телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Самый музыкальный из всех игровых и самый игровой из всех музыкальных. Являясь абсолютным и универсальным проигрывателем, наша программа позволяет выигрывать достаточно неплохие деньги. Об этом тоже не стоит забывать. Мы начинаем сегодня с нами здесь. Эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. И как всегда, наши герои, главные действующие лица этого шоу, игроки программы «Угадай мелодию», которые занимают свои игровые места, под неистовые аплодисменты всех присутствующих зрителей. Вот так. Добрый день, уважаемые участники. Мы очень рады приветствовать вас на нашей площадке. Здесь развернутся нешуточные баталии. Под аплодисменты зрителей вы будете угадывать мелодии. Я уверен, каждый из вас, несмотря на то, станет он победителем либо проигравшим, покинет эту площадку с прекрасными воспоминаниями об игре. Уважаемые телезрители, знакомьтесь, участница под номером один Мария Миронова. Студентка Московского педагогического университета, никогда не останавливается на достигнутом и предпочитает не откладывать на завтра то, что может сделать сегодня. Участник под номером два Игорь Кудряшов. Маркетолог, романтичная личность, пишет сказки и стихи, мечтает завоевать победу в игре вместе с сердцем любимой девушки, которая подвергает его чувства различным испытаниям. И третья участница нашей программы Светлана Колчанова. Домохозяйка. Хорошая книга, кинофильм и шоколад могут с легкостью улучшить ее настроение. Как и Франсуаза Саган, считает, что комплимент повышает производительность женщины вдвое. Я учту эту цитату замечательной французской писательницы. Я буду сыпать, рассыпаться в комплиментах. Но за это вы, уважаемые участники, в первую очередь участницы, естественно, будете угадывать мелодии. Мария, несравненная, прекрасная, чудная. Выбирайте любую категорию. Несчастная любовь. Я слушаю радио, просто праздник, застолье. Я слушаю радио, песни, популярные в наше время. Радиостанции их сейчас крутят. Они находятся в тяжелой ротации, так называемой. А вы будете их угадывать. Нотки. Нотка номер один. Цена 750 рублей. Слушаем музыку. Мария! Ты не знаешь, как сделать первый шаг. О, как вы хорошо это сделали! Как красиво угадали мелодию! Засчитано! Выбирайте. Та же категория, нота номер три. Нота номер три. Светлана, мне так нравится, как вы жаждете победить в этой программе. Я начинаю опять расточать вам комплименты в надежде на то, что вы сейчас угадаете мелодию. Итак, 500 рублей. Слушаем. Светлана, да, как красиво вы нажали на эту желтую кнопку. Как изящно вы это сделали. Теперь отвечайте. Я тебя за многое прощаю. Совершенно верно. Трудно говорить, так называется эта мелодия угадана. И я тебя заранее прощаю. Вот такая фраза там прозвучала. О, как элегантно и красиво вы угадали эту мелодию. Я уверен, что не менее элегантно, не менее красиво вы сейчас угадаете следующую. Выбирайте. Я повышаю ваш производительность. Застолье. Застолье. Прекрасная категория, нотка. Один. Поехали. Мария. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она есть, только то, что кажется. 1000 рублей за правильный ответ. Выбирайте. Я слушаю радио. Вторая, четвертая? Четвертая. А может, вторая? Нет, четвертая. А вторая, может быть, слаще? Четвертая, слушаем. Светлана. Ты узнаешь ее из тысячи. Ты узнаешь ее из тысячи, совершенно верно. Группа «Корни». Игорь, вас не настораживает вот эта ситуация? Шарик налево, шарик направо. Шарик налево, шарик направо. Светлана, Мария, Мария, Светлана, Светлана. Сначала даю возможность милым дамам, очень красивым и хорошим. А, заодно вы усыпляете их бдительность, чтобы потом выстрелить и ярко проявить себя. Светлана, прошу. Несчастная любовь. Несчастная любовь, вы уверены? Это страшная, сложная категория. Там все заканчивается плачевно. Выбирайте. Номер один. Поехали. Светлана! Когда меня ты позовешь? Боюсь тебя я не услышу.
Все так же дождь стучит по крышам. Совершенно верно, Владимир Кузьмин. Угадано. Я завидую вашему самообладанию, Игорь. Я бы вот не выдержал. Я бы уже начал нажимать на желтую кнопку. А я и нажимаю, но несколько запоздало. Так сделайте это раньше ваших соперниц. Светлана, прошу. Несчастная любовь. Нота номер 4. Поехали. И забыл от волнения. Сейчас, секунду. Та-та-да-та-да, та-да-та-да-та. Но! Пас. Героини моего романа. Юлия Началова исполняет эту песню. Я не буду вас наказывать, Игорь, потому что на этом время первого тура нашей программы подходит к концу. Пока не складывается у вас игра, зрительские аплодисменты помогут вам почувствовать себя героем, что на самом деле все хорошо. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Прошу вас. Мне кажется, что Игорь слегка лукавил. Он говорил, что я выжидаю. Нет, сегодня у него серьезные соперницы. И для того, чтобы завоевать путевку в третий тур, ему придется постараться. Во втором туре программы здесь участники будут набирать наибольшее количество очков и зарабатывать право выйти в третий тур, в полуфинал, чтобы потом, возможно, стать финалистами. Добро пожаловать во второй тур. Светлана, вы являетесь лидером по итогам первого тура. О, как вы красиво играете. Это я сейчас опять повышаю вашу производительность и производительность Марии в два раза. Как замечательно, как ярко, как запоминающееся нашим телезрителям. Прошу, выбирайте. Хит группы, адресная книга, поющие киногерои, эх, дороги. Поющие киногерои. Итак, это артисты, актеры, кино, которые в кинофильмах пели своими голосами. За них... Эти песни никто не исполнял. 1500 рублей. Стартовая цена. Слушаем. Мария. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее сосу. А, как много девушек хороших. Сколько вы еще песен знаете? Которые, в принципе, могли бы быть похожими. Раз, два, три. Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил. А, как много девушек хороших, да, сходная, но чуточку другая. А, итак, две мелодии, вы вне игры. Надеюсь, что эта ошибка в начале второго тура не будет для вас фатальной. Игорь, прошу. Поющие киногерои. Поющие киногерои. Продолжаем играть в этой категории. Слушаем. Светлана. Меня зовут Юнцом Безуса. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Конечно. Лариса Головкина исполняла эту песню в кинофильме «Гусарская баллада». Прекрасно. Ваш выбор. Продолжаем. Поющие киногерои. Слушаем. Игорь. Наше дело как в строю, в бою. И родину мою. Нет, 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 нет. А, все правильно. Там есть в бою, да? И строю нету. Кто поет? Вспомните. Как называется кинофильм? Вам будет легче. Поет Гурченко. Гурченко. В строю, в бою. Строевым шагом. Ну, Голубкина, вы сейчас ошибетесь, Голубкина. Игорь. Нет, не Голубкина. Олег Табаков исполняет эту песню в кинофильме «Ах, водевиль, водевиль». В любви знаю тактику свою. В этом деле, как в бою, бесед галантных не веду. Две мелодии вне игры. Аплодисментами поддерживаем Игоря. Мари, сдается мне, что две штрафные мелодии уже пролетели. Вам пора появляться во всей своей красе под аплодисменты всех присутствующих. И, кстати, вы выбираете. Хит-группы. Хит-группы. А поющие киногерои, все. Мы с этой категорией больше не играем. Мы на ней обожглись. Ваше решение, хит-группы. Слушаем музыку. Светлана. Перемен. Перемен мы ждем. Перемен, группа кино. Совершенно верно. Засчитано. Ваш выбор, Светлана. Продолжаем. Продолжаем. Хит группы Игорь. Еще одна штрафная мелодия. Вы вернетесь в игру. Поехали. Мария. Это коммунальная. Коммунальная квартира. Две штрафных мелодии пошли вам на пользу. Игорь, над вами зажигается свет. Аплодисментами встречаем Игоря. Игорь, не надо ошибаться. Нужно зарабатывать деньги в нашем шоу. Мария, прошу. Продолжим. Хит группы. Следующая мелодия. Мария. Нелюбимая. Нелюбимая группа А-студио. Совершенно верно.
Добиваем категорию хит-группы. Там есть еще одна мелодия. Давайте выберем, что называется, эту категорию подчистую. Слушаем. Мария. Ты прости меня, малыш. Тум-тум-тум-тум-тум. Если любишь, то простишь. Мне нравится, как вы меня называете. Но вам не за что просить прощения. Вы абсолютно правы, да. Глюкоза. Хит-группы отзвучали. Теперь нужно двигаться в любую другую категорию. Адресная книга. Поющий киногерой. Там есть. Сейчас секунду посмотрю. Ох, какая песня. Не будете брать? Нет. Адресная книга. Слушаем музыку. Светлана. Напоминает о твоих поцелуях. Дождь напрасно, по-моему, бушует, что-то такое. Это вот, который седьмой лепесток, да? Ну и какой там адрес есть, скажите мне, пожалуйста, Светлана. Вы явно ошиблись. А под Тверской и Неглинный пух летит тополиной. Но, Светлана, вам удивительно везет в нашем сегодняшнем шоу, потому что на этом время второго тура нашей программы заканчивается. Я не буду вас наказывать, а у ваших соперников нет возможности вас опередить в течение двух штрафных мелодий. По итогам второго тура, Игорь, к сожалению, ваши обещания по поводу того, что я еще свое возьму, я покажу моим очаровательным соперницам. Да, вы слишком увлеклись их красотой и их изяществом. Под аплодисменты всех зрителей мы провожаем Игоря. Спасибо огромное. Мария, Светлана, прошу вас зайти на подиум. Мы увидимся с вами в третьем туре. Игорь, прошу. Да, 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 красота женщин часто кружит нам головы, но нужно взять себя в руки и не забывать об угадывании мелодии. Мы продолжаем наше шоу, продолжаем подниматься на вершину нашего музыкального Олимпа. И, конечно же, сейчас самое время приветствовать наших полуфиналисток. Мария, Светлана, все аплодисменты адресованы вам. Поздравляю с выходом в третий тур. Лидером по итогам первых двух туров является Мария. Мария, вы будете начинать торги после моей подсказки. Песня. Предложение достичь определенной высоты. Прошу. Я попытаюсь угадать эту мелодию с 7 нот. Мария, я попробую угадать эту мелодию с 6 нот. А я постараюсь угадать эту мелодию с 5 нот. Угадывай. 5 нот песни, предложение достичь определенной высоты. Пять нот прозвучало. Не знаю. Вот совет ведущего. Не знаете любую песню, а вдруг это она? Но... Раз, два, три. Долетай до седьмого неба. Катя Лель исполняет эту песню. 1-0 в пользу Светланы. Аплодисменты. Подсказка номер два. Песня о том, что не поддается забвению влюбленного сердца. Очень романтическая подсказка, между прочим. Прошу вас, Светлана. Мария, я отгадаю эту мелодию. 6 нот. Отгадывать. Угадывайте, песня о том, что не поддается забвению влюбленного сердца. Я не забуду никогда твои глаза, твою глаза, улыбку. Твою я пронесу улыбку через года свою любовь, свою ошибку. Совершенно верно, 2-0. Вот теперь, Мария, нужно мобилизовать все свои возможности организма, как умственные, так и, конечно же, физические, потому что нельзя сдаваться, нельзя позволять сердцу стучать слишком часто. Счет 2-0. Ситуация достаточно опасная для вас. Светлана, вы в одном шаге от победы. Подсказка номер 3. Песня, в которой дерево является предлогом для прогулок. Светлана. Мария, я попробую угадать эту мелодию с 5 нот. Я постараюсь угадать эту мелодию с 4 нот. Угадывай. Угадывай. 4 ноты песни, в которой дерево является предлогом для прогулок. Старый клён. Старый клён, совершенно верно. Приглашает нас с тобой на прогулку. 2-1. Подсказка номер 4. Романтичный танец. Поры обучения. Или периода обучения. Прошу вас, Мари. Я постараюсь отгадать мелодию с 7 нот. А я постараюсь с 6. Я попробую отгадать с 5. Мария, я попробую с 4. Отгадывать. Угадывай. 4 ноты романтичного танца, периода или пары, как вам будет удобно, обучение.
Светлана, раз. Школьный вальс. Школьный вальс, совершенно верно, конечно. 3-1 в пользу Светланы. Мария, на самом деле, вы играли очень хорошо, и вы могли оказаться на месте Светланы, стать победительницей, полноправной победительницей нашей программы. Этого, к сожалению, не произошло, но зрители благодарят вас, говорят вам спасибо огромное. Спасибо за участие, всего доброго. Светлана, увидимся в финале. Прошу взойдите на подиум, уважаемые участницы. Конечно же, Мария расстроилась, да любой бы на ее месте расстроился, ведь победа была так близка. Счет в третьем туре выравнивался, и она могла стать победительницей, но этого не произошло. Пройдет совсем немного времени, несколько мгновений, и Светлана Колчанова появится в студии под аплодисменты всех присутствующих. Это уже произошло, она занимает центральное место, место победительницы. Хочу вспомнить основной девиз, основное правило, которому следует Светлана в жизни. Это цитата из Франсуазы Саган. Комплимент повышает производительность женщины вдвое. Сейчас не до комплиментов, потому что, что говорить, вы уже победительница, уже главная героиня нашей сегодняшней программы. Но вот, производительность в плане зарабатывания денег мы можем повысить почти вдвое. У вас 11 864 рубля, но это ошибки. Ошибки второго тура, тогда все ошиблись. Каждый участник сделал по одному недопустительному промаху. Итак, эта сумма может увеличиться до 21 864 рублей. Но это, как мы знаем, не главное. Главное – это победа, главное – это ощущение, что сегодня вам все удалось. Вы готовы? Да. 7 мелодий, 30 секунд, ошибаться нельзя, можно пропускать. Аплодисменты нашей финалистке Светлана Колчанова! Поехали. Мое сердце остановилось. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Да, группа Сплин. Дальше. Калинка-малинка. Калинка-малинка, да. Угарно. Дальше. Ягода малина. Ягода малина. Продолжаем фруктово-ягодную тему. Совершенно верно. Дальше. Надежда. Мой компас, мой компас земной. А удача, награда, награда за смелость засчитана. 4 мелодии вами угадны за 9 секунд. Впереди 3 мелодии, 21 секунда в запасе. Дальше. Последняя электричка. Сбежала таки, сбежала опять, конечно. Две мелодии, 19 секунд в запасе. Вжик, вжик, вжик. Носи, носи готовенького, совершенно верно. Ну что же, 14 секунд прошло, 6 мелодий уже позади, они вам покорились. В запасе 16 секунд, одна мелодия. Не ошибитесь. Поехали. А еще было 9 секунд. Подождите, подождите. Еще 9 секунд. Может, послушаем еще музыку? Или давайте. Вы готовы? Давайте. Волнуйтесь, волнуйтесь, волнуйтесь. Очень жалко будет, если вы ошибетесь на 7-й мелодии. Но, думаю, этого не произойдет. Слушаем. И теперь красивый ответ. Люби меня по-французски. Готов. Всегда. По первому вашему зову. Светлана Колчанова выигрывает суперигру. Гости из будущего. Светлана, поздравляю. Куда? 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 Вот сюда. К камерам. Вот она, наша сегодняшняя финалистка, которая разгадала все наши сложные, а может быть, не очень сложные музыкальные загадки. И теперь под аплодисменты зрителей она принимает восторженные комплименты в ее адрес. Светлана Колчанова. И еще один комплимент, но это уже вам, уважаемые телезрители. Еще одна маленькая приятная музыкальная нотка нашей программы. 7-я нота суперигры. Гости из будущего, люби меня по-французски. Кстати, любите наше шоу. Оно тоже неплохое. До новых встреч. Счастливо. Пока.
вечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть.